мы подошли к самому главному. Это сет номер 3 в шейно-воротниковой зоне, да, голова, уши, точки. То есть мы уже сделали до этого плечо-лопаточную зону, да, шейно-воротниковую зону и спустились как бы вот сюда, натянули на себя череп, да, порастягивали его, и сразу у нас леопард выпускает когти, и вот мы, ручки становятся аккуратно вот тут вот по черепу, да, прожимаем по 4 точки с каждой стороны. Методом шиатсу. То есть, как играем на рояле, да? Играем на рояле гамму. То есть, они по очереди, да, с вибрацией. Раз палец, два палец, три, четыре. В обратную сторону. Потом точка БЗО. Большая БЗО точка. Вторая. И под ней получается. Раз, два, три. До вот этой вот косточки выпирающей, да. То есть три точки конфуция. Далее переходим к массаж волосяной части. Массаж скальпа. Ну, подробно писать не буду, потому что это слишком много. То есть вы и волнистыми линиями, да, и спиралевидными движениями, и лапы леопарда вот так вот жестко достаточно. Тут мышцы идут вот так вот, да, по черепу, и вот тут вот мышцы, мы их все, вот эти мышцы, да, прорабатываем достаточно жестко, прямо не жалеем человека, до боли, то есть всеми способами, я просто не буду перечислять, да, и за волосяную часть подергали, да, и что мы там делали, грядки мы делали, вот такую часть, вот такой, таким зажимом, да, схватывали. И волну пускали вот так вот кожаную, да, по коже, сверху вниз, да, и сдавливали родничок, да, минуту держали родничок, потом резко отпускали, и вот ты, кстати, почувствовал родничок, да, когда вот он сжимается, там прям такой кайф по телу опускается, и потом все это уводили, да, поэтому я просто пишу всеми способами, да. А вот с точками там посложнее, поэтому сейчас мы их еще покажем на теле. Далее проходим точки за ухом, где крепится ухо, да? Последняя точка крепления, где верхняя мочка уха, вот, она стыкуется с черепом, да? Потом разминаем саму ушную раковину, вот, она нарисована, да? Мы помним, что это зародыш, перевернутый вверх ногами, то есть у меня получается вот тут глаз, вот тут ухо, вот тут зубы, да, условно говоря, пошел хребет, по внешней стороне продавили точки, да, до копчика, по внутренней стороне продавили точки, это внутренние органы, вот мыщелок заканчивается, и у него этот, где череп, челюсть, вернее, стыкуется верхняя с нижней, три точки вот это рядышком прям находится. Потом три точки по уголку квадратика, который вот бакенбарды, да, вот, чтобы прям на мне хорошо видно, вот линия волос идет, да, вот получается вот такой вот квадратик, да, вот у него вот на этом месте, да, где стыкуется с бакенбардами уголок, повыше точка, вот, и еще повыше точка. Она не совсем вертикальная линия этих точек, чуть под углом назад, вот. Вы на себе можете прощупать, они такие достаточно болезненные, прям очень болезненные. Но снимают головную боль. Снимают головную боль также вот эти точки и три точки, цифра, не за точки, а три точки конфуция. Их мы прорабатываем коготь орла, орлиный коготь.
Вот, значит, это 4. Напишу акупунктурные точки. Также они идут, точки Шаолиня. Делим весь череп пополам, да, по сантиметру друг от друга и по сантиметру вот этой линии. Идут вот эти вот два ряда точек. Условно еще раз говорю, не надо заморачиваться, за что они отвечают. Китайские эти названия не будем какие там, да, давать, мы не китайщиной занимаемся. Просто условно они отражают, это все проекция каких-то внутренних органов. Да? Мы все их стимулируем, все активизируем. Как-то там они внутри сработают, всегда сработают позитивно, не надо думать, что нельзя там на что-то жать конкретного. Да? Возвращаемся опять на вот эти точки. Ну, по повторной точке, да, вот я там какие напишу. Давайте через запятую. Ухо, висок. Шаолинь. И основание черепа. Ну, грубо говоря, Б, З, О. Большое затылочное отверстие, то есть возле него все, что тут расположено, да? Возвращаемся назад. И дальше переходим к, то есть, акупунктурные точки, на них нажимаем 1-3 секунды. Это быстрое нажатие. Раз. С вибрацией, да, и отпустили. А дальше начинаются точки триггерные, так скажем. Пятая. Другим цветом показываю. Триггерные точки. То есть это от остистого отростка по центру шеи, продавливаем, естественно, перпендикулярно. Все. Вторая, это с боков, там такая плавающая будет жилка, надо прямо в нее попасть. Третья точка, центр мышцы, вот здесь вот, там обычно бывает такой комок мышечный. Четвертая точка, под этой мышцей, вот там практически попадаем мы в первое ребро, извините, нарисован не под тем углом, вертикально прям, ой, прямо в тело, вот так вот, прямо в тело, вот туда надавливаем. Следующая точка, это вот здесь, надавливаем, соответственно, вот туда, где сухожилия. Следующая точка, это вот сюда надавливаем. Следующая точка, центр лопатки, вот сюда. Следующая точка, начало большой круглой мышцы. Вот идет задний пучок, дельтовидная мышца, да? Вот большая круглая мышца и малая круглая мышца. Вот надо между ними прям попасть. Это вот на уровне лопатки. Не под лопаткой, а на лопатке. Потом вот еще на лопатке между этими мышцами, да? Получается вторая точка. И еще одна точка. Это вот нижний уголок лопатки. Даем, соответственно, на себя. Получается. Вот так вот. Эти триггерные точки давятся по-другому. Тут уже не 3 секунды, да, секунд 15, а то и 20. С задержкой дыхания они по-другому делаются, да. С эффектом шланга, то есть потом быстро отпускаем, то есть мы же передавливаем кровообращение здесь, да. Потом отпускаем. И если там был спазм, то повышенный кровеносный поток его сносит, как бы, как в шланге, да. И они могут делаться с наговором. Но наговор это отдельная тема, я тебе потом вам расскажу. Сейчас нам достаточно просто их продавить. Естественно, не для всех. Это либо какая-то специальная программа для человека, да, либо у него больная часть, которая, например, вот этого, да,
мы не можем ее решить массажем, да, то тогда только вот в этой зоне продавливаем эти точки. А на остальные пока не обращаем внимания, да. Или где-то у него вот с этой стороны, например, болит, да, то тогда только эти три точки.